Сезон с новой обновленной командой Зинедином Зиданом. Как многие предполагают, и сам Зидан этого. Бразильцы, уругвайцы отдыхают после Кубка Америки. Эден Азар, номер 50-й. Играл Ферлан Менди, заблокировав перед чужой штрафной передачу. Сейчас, правда, ошибается Серхио Рамос. Обамеянг. Честно говоря, выглядит не очень привлекательно. Хотя я тут от маркетинга пишет через официальный сайт турнира, пишет через две желтые, да. На чемпионате забивал. Арсенал был такой. Обамеянг. Подача. Добавит. Ой, какой пас, какой пас. Ай-яй-яй. 2-0. Старался Серхио Рамос. Он все-таки в поле не сумел. И от ноги капитана Реала мяч. Пас. И опять похожим. Там немножко по-другому все развивалось. Но вот здесь как здорово. Как же он придумал эту передачу. Ну а дальше Обамеянг уже все сделал. Лаказет Обамеянг страху, ужасу наводила на соперников в прошлом сезоне. Они действовали и в Лиге Европы оба были. Ладилось. И сейчас, смотри, оценить ситуацию пяткой. Красиво сразу с выходом один на один. Но вообще интересно. Ну, выходил. Опять Обамеянг подхватывает мяч. Передача на Озила. Там он офсайд, но там все на тоненького. И здесь длинная передача за спину. Пресекать первый пас назвать довольно трудно. Они могут это делать. Но команды сегодня, надо признать, дают шоу. И публика как реагирует. Да, не полный стадион, но ощущение... Обидно, что у Реала состав на победу с двумя нападающими. Васкес. Бензема не сумел мяч вернуть. Промес финала Лиги Чемпионов. И тогда Арсенал не пропустил от Реала дома на... В прошлом сезоне, что не повезло, и сейчас большой недостаток мастерства в завершающей стадии. Серхио Рамос и Обамеянга, наверное, стоит признать, что это по делу, если брать до удаления. И Арсеналу повезло, что Реал один мяч не отквитал. Финала на поле выходит Начо Монреаль. Начо Фернандеса, чтобы выпустить центрального. Незадолго до удаления Реал начал как бы наращивать темп, будучи прижатым к своим воротам почти на противоположном. Что интересно, если в матче с Фиорентиной играли по тайму, Мартинес выбирается Арсенал из-под этого прессинга. Абамеянг через какую-то комбинацию уже сам туда войти в штраф, чуть ли не оставляя пару центральных защитников один в один играть. Хотя Варан и Рамос против Обамеянга. Так один в один, если играть. Еще у этой атакуй. У меня вот, например, в протоколе такого нет. У Реала сейчас хорошая атака. Молодец Куртуа. Никак не успеет. Поле на стадионе Эмирейтс. И будет еще выезд в Барселону на матч Кубка.